градусов к концу мира. Стольник на градусов. Вот, Ульяна Слушкина. Вы мерзавцы. Ой-ой-ой, аккуратно, мы же дети. Я устал от вас беспредельно. Была бы моя воля, я бы вас со всех уроков выпер. Давайте. А по улице ходил бы в противогазе, чтобы с вами одним воздухом не дышать. Красав, вот что ты мухлюешь, а? Ты что думаешь, у меня вместо глаз пуговицы от ширинки? Я спутался. Спутался? Ой, спутался он. Я тебе не верю. Я вам вообще никому не верю. Потому что вы сами себя не уважаете. Ну почему? Я себя уважаю. Да? Я вам по морде и под зад пинком, а вам по барабану. Нормальная заява. Я вам правду в глаза говорю, вы же даже не краснеете. Взял. Эй, моя очередь. Давай, давай. Вы не то, что не личность. Вообще еще даже не люди. Зародыш. Вы тесто. Тупая, злобная, вонючая масса, лишенная какой-либо духовной начинки. Вам не то, что география, вам вообще ничего не надо. Кроме мобильников, да, порнухи и наркоты. А я уже целый год клей не нюхал. И шутки у вас тупые, идиотские. Почему же? Да потому что чувство юмора не развито. Для чувства юмора нужна культура, которой у вас нафиг нет. Бита, вы что думаете, мне стыдно, да, что я с вами в карты на уроке играю? Да нифига подобного. Нам тем более. Я просто всех вас видеть больше не могу. Вы мне свои обезьяньи подляны строите? Думаете, меня это задевает? Меня нафиг ничего не задевает. Потому что я вас в упор не вижу. И не уважаю. Ясно? Да-да. Вы продули.